Всем привет, и у нас небольшая распаковочка. Вчера получил такую посылку, но было уже поздно, я не стал снимать распаковку, дождался до сегодня. И здесь у нас вот такие вот часики с кукушкой. Я когда был маленький, о, слышали? У нас на кухне висели часы с кукушкой, они мне очень-очень нравились. И я захотел все-таки, чтобы они у нас на кухне висели и куковали. Поэтому я на Авито купил вот такие часы. Они продавались как нерабочие, то есть для коллекции, ну, вроде редкий экземпляр, не знаю. Я же хочу их полностью восстановить, чтобы часы были в очень хорошем рабочем состоянии. Механизм у нас на месте. Меха вроде тоже есть. Давайте посмотрим. Кукует. Пока они находятся вот в таком виде. Здесь у нас маятник. И тут должны быть гири. По идее, они должны быть в форме шишек. Да, так и есть. Две шишечки. Одна больше, другая меньше. Вот только не знаю, показывать вам процесс восстановления этих часов или не показывать, интересно вам будет или нет. Так, цепочка только одна, второй цепочки нету. Но это не страшно, у меня такая цепочка есть, даже с гирьками от наших старых часов. Ну, в общем, если вам интересно посмотреть на процесс восстановления, пишите ваши комментарии под видео, и я тогда вам покажу. Ну а на этом я с вами прощаюсь, всем пока, до новых встреч, увидимся. Ну и пишите, нравятся вам такие часики или нет. Всем пока.